Добрый день, дорогие любители математики! Наш канал «Математика и фокусы» снова с вами. И сегодня наша передача посвящена потрясающим интересным математическим экспериментам. Вы видите 10 кусков сахара и 3 чашки. Задача. Необходимо разложить сахар по чашкам так, чтобы в каждой чашке было нечетное количество сахара. Всего 10 кусков. Сможем мы это сделать или нет? Подумайте, может быть, вы сможете решить эту задачу. 10 кусков сахара разложить по 3 чашкам так, чтобы в каждой было нечетное количество. Попробуем решить эту, казалось бы, невозможную задачу. А что если в каждом стакане должно быть нечетное число. Положим сюда 3. Сюда положим 2, а сюда положим 5. Итак, внимание, тут 3, тут 5, тут 2. Все 10 кусков разложены. И вы можете сказать, а где же условие выполнено? В этой чашке 3, в этой 5, нечетно, а в этой четно. А я ведь просил, в каждой должно быть нечетно. Смотрите, что я делаю с этой кружкой. Я ставлю ее первую. Итак, внимание. В этой кружке находится ровно 5 кусков сахара. Погодите, я допустил ошибку. Надо наоборот. 3 положить сюда. А ну-ка, давайте заново. В чем моя ошибка, ребята? В этой чашке 2, а должно быть наоборот. Надо вот эту кружку поставить на нее. Итак, внимание. В этой кружке 5 кусков. Вот в этой сколько? 3. А вот в этой сколько? 1, 2, 3, 4, 5. Кружка в кружке позволяет нам видеть, что в одной из чашек находится 5 кусков. 1, 2, 3, 4, 5. В этой 5, в верхней 3, в этой 5. В каждой кружке нечетное число. Всем большой математический привет! Спасибо большое экспертам! Они помогли нам решить эту задачу своими поисками. Ищите, и вы найдете. Пока!